Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Высока вероятность того, что вам не удастся полностью погрузиться в решение личных задач. Скорее всего, придется вплоть до вечера заниматься чужими проблемами. Телец. Прекрасный момент для того, чтобы пообщаться с друзьями, вместе с ними заняться активным решением каких-либо срочных вопросов. Конкуренты могут неожиданно оказать вам поддержку. Близнецы. Постарайтесь не снижать темпа, взятого накануне. Если в предшествующие сутки вы, наоборот, по каким-то причинам ленились или отказывались от активной деятельности, у вас будет возможность наверстать упущенное. Рак. Со многими трудными и срочными задачами вы наверняка справитесь играючи, без лишнего напряжения. Вы также сможете без труда примирить любые противоречия. Лев. В начале дня вы будете способны на наибольшую активность, особенно физическую и умственную. Скорее всего, вашим домочадцам будет трудно обойтись без вашей помощи. Дева. Острота вашего противостояния с кем-либо в эти сутки снижается. Это подходящее время для установления временного перемирия. Весы. Задачами, решение которых требует повышенной активности, умственной или физической, займитесь с утра. На вечер можно оставить более спокойные и приятные занятия. Скорпион. Это подходящее время для отдыха или вечеринки, особенно если вы организуете подобное мероприятие сами. Стрелец. Подходящее время для свиданий и творческой деятельности. Если в ваших отношениях с кем-либо недостает откровенности и понимания, вы сможете дорисовать нужные детали в своем воображении. Козерог. День способствует любым контактам, но официальные встречи будут наиболее продуктивными. На ответственную встречу придите в сопровождении надежного партнера. Водолей. Вас вряд ли испугают трудности или чье-то явное несогласие с вашим собственным мнением. Вы также будете готовы энергично действовать ради пополнения личного кошелька. Рыбы. Вам стоит быть внимательнее и вовремя отличать тех, кому можно доверять, от мошенников. Новые идеи, с которыми вы в это время сталкиваетесь, могут оказаться весьма сомнительными.